Новогодняя ночь в Алтайском крае не обошлась без жертв. 5 человек погибли во время пожара в частных домах. 3 жители Красногорского района, 2 жители Борзовой Заимки. Трагедией чуть не закончилась история в Чимале. Житель Барнаула упал со скалы в Катунь, запуская фейерверк. Спасатели передали мужчину скорой помощи в тяжелом состоянии. Я же сказала. Чудом обошлось без жертв на этих кадрах. Туристы уходят под лед на Лебедином озере. Сообщается, что они хотели обойти водоем. Судя по кадрам, среди тех, кто начал уходить под лед, были и дети. К счастью, на этом участке глубина воды составляет около метра, никто не пострадал. После ЧП Минприроды усилила режим охраны озера. Его огородили лентами, рядом дежурят инспекторы. Еще один инцидент на воде закончился смертью 12-летнего мальчика. Его тело нашли в бассейне отеля «Обские плесы». Ребенок отдыхал с родителями. За несколько дней в регионе также произошло несколько аварий со смертельным исходом. В Бийске междугородний автобус насмерть сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ирина Корчагина, «День с толком».